Мы закрываем глаза и даем возможность детям списать. Раз, два, три, четыре, пять. Девочка попалась опять. А у кого она списывает? Там никого нету. Так, друг Айронмена, Танос. Нет, это Танос был его врагом. И Эльза lives в Magic Kingdom. Наверное, да. Нет. Лера, где живет Эльза? Скоро не забываем родительское собрание. И чтобы не ударить на нем лицом в грязь и побольше нам принесли денег, друзья, мы подали объявление в газету, что мы собираем по $500 на мел. Что-то делала в учительской. Наделала бяку, и мы ее отправили к директору. Так, девочка, ты уже ушла к директору? Нет, я еще тут, я еще не ушла. Блин, а она уже в этот раз все правильно сделала. Она исправилась. И мы ее отпускаем. А тут по мордасам одна девочка бьет другого мальчика, очкастого, зубастого. Остановите хулиганство. Так, как остановим? А ну давай шокером. Куда, в носяку? Найдите, кто списывает. И кто у кого ворует бутерброды. А ну вот девочка ворует у мальчика бутерброды с рюкзака. Рубль в России валюта. Honda делает машины. Правильно, галочка. Слушай, собрать на ремонт нашего коридора, в котором случилось ЧП. Наши друзья, которые хулиганили, пшикали друг друга огнетушителями и друг друга душили с этими всякими электрошокерами, рассыпали очень много на... А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Продолжаем играть за балди и ставить оценки. Всем привет, привет, друзья! Лишка Плей! Продолжаем играть в симулятор школы за нашего прекрасного учителя Балди, который у нас девочка. Да. Мы точим карандаши, потому что у нас следующий урок какой? Точение карандашей. У нас следующий урок посвящен пище, потому что мы выбрали фуд, еда. И, наверное, у нас будут вопросы, связанные с этим, друзья. Скоро родительское собрание, и мы должны к нему подготовиться. Спросите у класса. Так, накири, это вид чего? Что такое накири? Это еда какая-то? Сыр? Я не знаю, Лера, что такое накири. Наверное, нет. Да, нет, я угадал, это не сыр. А что же такое накири? Парень, овен, духовка, печка. Может, нет? Да, правильно, это нет. Ну, кто же нам ответит, что такое накири? Тарелка. Тарелка накири? Блин, неправильно. Ё-моё. Так, что такое тофу? А, тофу делается из чего? Тофу это сыр такой, друзья. Это масло. Нет, это не масло. Это сыр тофу, он присутствует в японских и китайских блюдах. Кто нам еще ответит? Давай, ты, мальчик задней парты. Чикпис. Что это такое? Неправильно. Так, парень, давай ты. Бин кёрд. Я нажал крестик, оказался неправ. Ё-моё, я не знаю, из чего делается тофу. Давайте про еду больше не надо. Наш Балди в еде, как выяснилось, вообще не разбирается. Найдите, кто списывает. И кто у кого ворует бутерброды. А ну вот девочка ворует у мальчика бутерброды с рюкзака. Девочка свободна. Так, кто еще у кого ворует? Вон на задней парте нашли читера. Так, отлично. И кто же дальше? Так. Вон девочка с косюльками на задней парте. Все, молодец. Никто у кого бутерброды не свистнул и никому никто таракана в рюкзак не подсунул. Отлично. Мы набрали с вами $108 и нам с вами открылся новый костюм, который похож на костюм Супер Марио. Я не знаю, примерим. Довольно-таки придурочный, но что сделать, друзья. Так, у нас география. И что еще? И какое-то деловодство. Бизнес, друзья. Ну, наверное, география. Я люблю географию. Остановите драку. Ай! Девочка сейчас будет бить девочку. На-на-на-на-на-на-на. Они, короче, чтобы не подрались, нужно остановить. Разошлись, друзья. Отлично, мы готовы к уроку. Итак, время начать. Что это такое? Нарисуйте хил. Это не хил, это черти пойми шо. Так, ставим крестик. Это какая-то речка с парусниками. Я не знаю, что такое хил. Горы? Так, поехали. Что там у тебя такое? Нарисуйте гору Фуджи. Это статуя свободы. Какая гора Фуджи? Иди вообще учи географию, смотри на карту. Или крути глобус. Так, девушка, что у тебя? Нарисуйте деревню. Вэлли, это же деревня. А ну, водопад. Крестик. Ой,
Да, правильно, правильно, что неправильно. Друзья, здесь мы с вами должны оценивать правильно, независимо от того, правы ученики или не правы, мы должны их правильно оценить, и за это нам дают баллы и деньги. Так, промониторьте коридор. Что случилось? А ну, девочка, что ты тут делаешь? Она, короче, что-то делала в учительской. Наделала бяку, и мы ее отправили к директору. Так, девочка, ты уже ушла к директору? Нет, я еще тут, я еще не ушла. Блин, а она уже в этот раз все правильно сделала. Она исправилась, и мы ее отпускаем. А тут по мордасам одна девочка бьет другого мальчика, очкастого, зубастого. Остановите хулиганство. Так, как остановим? А ну давай шокером. Куда, в носяку? Есть, остановились. Слушай, мы вообще такие учителя веселые. Детей шокерами прям лупасим. В костюме Супер Марио. Очень, друзья, веселая игра. На самом деле, друзья, в этой серии мы должны с вами собрать на ремонт нашего коридора, в котором случилось ЧП. Наши друзья, которые хулиганили, пшикали друг друга огнетушителями и друг друга душили с этими всякими электрошокерами, рассыпали очень много нашей пенки от огнетушителя и, собственно, всяких разных своих, то, что с них вытекало, на пол, друзья. И нам нужно теперь делать, друзья, ремонт в коридоре. Турецкая валюта. Да, это лира, молодец, девочка. Так, продукция фирмы Epson. Это не кофе, это принтеры. Так, и валюта Греции паунд. Паунд — это мера веса в США. Это полкило. Это неправильно. Так, неправильно. Так, а ну, девочка, что у тебя? Индианская валюта. Это не евро. В Индии я не знаю, какая там валюта. Драхмы или какие-то там. Так, в Швеции крона. Да, в Швеции валюта крона. И в Мексике песо. Так вот, друзья, мы должны собрать родительское собрание, должны родителям сказать, что нам нужно починить коридор, друзья. Потому что наши ребята не могут там спокойно драться. А это очень их напрягает. Рубль в России валюта. Honda делает машины. Правильно, галочка. Слушай, мальчик в желтой бейсболке, это шарит. Что такое? Сап. Ну пусть будет... Да, правильно. То есть последнее было неправильно, но мы оценили правильно. Но он хотя бы два, друзья, назвал. Так вот, мы должны сделать ремонт в коридоре, потому что у нас там дикий срач. И наши дети не могут нормально друг другу побить эти уши. Так, какой продукт первый в UK commercial был произведен впервые в United Kingdom TV commercial? Зубная паста? Я не знаю, TV? Нет, наверное. Это было правильно! Ё-моё! Так, что там? Какая была индустрия национализирована в 1947 году? Фига себе вопросы! Ребята, да вы чё? Я взрослый человек, не знаю ответы на эти вопросы. Ткнул пальцем в небо и попал. Друзья, откуда дети могут это знать? Товарищ Супер Марио, Балди, попроще вопросы можно? Я вообще не без понятия, как дети на такое ответить могут. Так, короче... обычные знания. Так, еда, наука. Отлично, что выберем? Давай науку. Ой, остановите драчунов. Они уже не в коридоре, они в класс пришли. Стоп, 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 стоп. А ну не драться, не драться, не драться. Так друг другу и не втащили. Так, друзья, готовы к уроку. Следующий урок. Ребята, нарисуйте стегозавра. А нарисован какой-то завр. Не знаю, похож? Может, галочку? Да. Нет, это был не стегозавр, друзья, это, наверное, был трицератопс. Так, что у тебя? Круг жизни бабочки. Куколка, бабочка, личинка, кузнечик. Чего? Похоже. Гусеничка. А я не знал. А, гусеничка должна. Не тараканчик. А ну. Да блин, не тараканчик, господи. Лера была права, а девочка была не права. Опять? Не, ну это понятно, что уже в два вопроса подряд. Вы что, друг у друга списывали или срисовывали? Непонятно. Молодец, свободен, садись два. Так, что у нас следующее, друзья, какое у нас занятие? $67 мы дали, потому что мы фигово оценили, нам дали. Найдите, кто списывает, смотрим, смотрим, смотрим. Где? Где? Вон он хочет подкинуть ей кузнечика в рюкзак или кого-нибудь еще, или за косичку подергать. Скелет не списывает. Раз, два, три, четыре, пять, глазки мы не открывать. Оп, а вон мальчик на задней парте. Мы играем, друзья, в жмурки, в прятки. Мы закрываем глаза и даем возможность детям списать. Раз, два, три, четыре, пять, девочка попалась опять. А у кого нас списывают, там никого нету. Представляешь, вообще у призраков жесть какая. Можно открывать глаза. Все дети уже все списали. Молодцы.
Так, и нам дали с вами костюм для американского футбола. И то за рекламу. Нафиг надо, не будем. Погнали! Что у нас следующее? Какой у нас срок? Слушай, меня этот костюм этот напрягает. Давай поменяем на какой-нибудь. Вот такой, например. Цветастенький. Он веселый, друзья. И должен хорошо помочь нам в вставлении оценок. Телевидение и фильмы, друзья. Но у нас скоро, не забываем, родительское собрание. И чтобы не ударить на нем лицом в грязь и побольше нам принесли денег, друзья, мы подали объявление в газету, что мы собираем по $500 на мел. Так, враг Супермена, Лекс Лютер. Кто-то, кто был врагом Супермена? Давай нет. Так, друг Фродо, Сэмвайз Гэмджи. Да, это из «Властелина колец», это я знаю, это друг Фродо. Враг Фродо, Саурон. Правильно, галочка. Ай, Суперменом не угадали, друзья. Так, какой ваш любимый фильм? Напишите нам в комментариях. Реальное имя Халка, Кларк Кент. Пусть, не знаю. А как? Мстителей, Джокер. Нет, Джокер был не друг. Вилейн, это друг? Или враг? Враг, наверное, враг. Капец, я опять все неправильно. Стив Роджерс, да, Капитан Америка звали Стив Роджерс. Блин, первый, второй, неправильно. Ё-моё, перепутаю крестики с галочками. Враг Спайдермена. Нет, это не так, потому что он был врагом уже Супермена. Так, друг Айронмена, Танос. Нет, это Танос был его врагом. И Эльза Ливс в Magic Kingdom, наверное, да. Нет. Лера, где живет Эльза? Не в Magic Kingdom разве? Лера вообще сегодня говорит что-нибудь или она молчит у нас? Лера! Так, что у нас дальше, друзья? Следующий урок. Проверьте коридоры. Вот, смотрите, все грязный, весь коридор. Нужно сделать... Так, мальчик, ты свободен или ты девочка? Девочка свободна. Иди гуляй. Друзья, здесь нам нужно сделать ремонт. Потому что от наших огнетушителей здесь в коридоре уже дикий бардак. Она вообще все три красных. Ребята, марш к директору. Так, остановите драку. А ну, мальчик, не бей девочку. Ты зачем обижаешь девочку? И что мы ему применим? Огнетушитель. Но сделаем это, друзья, в следующей серии. Если вам понравилось, поставьте лайк. Поддержите нас, ведь мы все стараемся только для вас. Потому что вы на самые лучшие. Мы вас очень любим. Всем пока. Смотрите все видео на наших каналах Maxim Play Games. Все ссылки в описании. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Пока.